за дороги на брехат сфера. Это на Хальцеле. Мы надеемся, что после визита будет вода. Посмотрим. Вон они пошли, дубинки. Валер, мы еще только начали. Бойка для верблюда и овец, воды, правда, здесь нет. На Хальцеле воды нет, к сожалению. Это бедуинская кладбище. Причем, видимо, здесь похоронены не простые смертные, а начальство. Сейчас это кладбище. Мы в прошлый раз были вот здесь вот, в этом окне, и взял кулечек со свежими конфетами. В чем израильского производства сейчас интересно. Конфеты кончились. Ну, садя на банане. Спасибо. Тяжело там не развернуть. Брехатсфера – это бассейн Ахатсфера. К сожалению, наши надежды не оправдали, и воды здесь нет. Даже после прошедших в центре сильных дождей на прошлой неделе. Не говори.
последняя правда. Подъем гора, завершающая часть веломарафона в пустыне. Метровый. Ну, просто, ну, такая лента ровная.